Всем привет, с вами снова я, Катя, и сегодня у нас ваш любимый влог с соревнований. Да, вот как видите, я уже помылась, чтобы была чистая голова. А пока сушится голова, потихоньку я пойду позавтракаю. Встала сегодня я в 12 часов утра. Не то, что на прошлое соревнование, во сколько встала? В 6? Или в 5 даже, по-моему. Вот, ну короче, да, сегодня мы едем на соревнования «Снегирь-арена». А нас всего двое там, да, в моем зачете. Я буду соревноваться со своей подружкой Ирой. Ну, посмотрим, что будет. Для меня главная цель сегодня — это прокатать программу максимально чисто, сделать мой слайд, который мы наконец-то ставили, и достойное видео выложить, прислать тренеру, чтобы меня похвалили. Вот, да. А сейчас я иду завтракать, потом будем собираться. Короче, сейчас начнем складывать мой чемодан. Потихоньку, постепенно я буду его складывать, пока соберусь, потому что косметику еще потом доложить, то все. Из-за того, что я мыла чемодан, он у меня лежал так недели две, я его помыла, поставила и забыла. И ходила с рюкзаком на тренировке. Либо в руках носила коньки, поэтому сейчас будем их перекладывать. Кладем сначала конечки, конечно же, вот в этот отдел. Всегда они у меня здесь лежат. Дальше коврик. Мои любимые чехольчики. Так, в этом отделе я положу перчатки, и пока так, я не буду прям складывать. Остальное доложу попозже, потому что колготки, все остальное, потому что сейчас идем краситься. Вот пока я так начала складывать, сейчас пойду я собираться, сушить голову, заплетаться и краситься. А потом доложу все остальное. Прикол в том, что я еще не решила, как буду делать прическу. Макияж я сделала, как на прошлое соревнование, мне очень понравился. А прическу еще не решила. Точно хочу высокий пучок, а что именно, не знаю. Короче, сейчас буду быстренько что-то придумывать, потому что у меня осталось полтора часа, чтобы собраться, и нам надо выезжать уже. Итак, вот я уже пришла за стол с посушенной красивой головой, с красивыми волосами. Только жалко, что они чистые, они сейчас, наверное, будут вываливаться. Но у меня с собой вот такая штукенция. Очень хорошая пенка, благодаря которой волосы становятся немного жирными. Но они просто застывают, очень фиксирующие. И лак, конечно же. У меня тут такой, конечно, творческий беспорядок, как всегда, без этого никак. И у меня тут на фоне матрешка, потому что сейчас будет скоро моя подружка, которую я хочу посмотреть. Вот. И буду параллельно собираться на свои соревнования и смотреть свою подружку. Так что давайте приступим делать быстро прическу. Красилась, собралась, вот такая у меня причесочка. Мне бы хотелось еще куда-нибудь блесток впихнуть, но они на волосы не лягут. Сейчас мы с вами дособерем мой чемодан. У меня он уже висит, платьице мое. Вот, помада будет, и будет нормально. Вот я так тут накидала. Здесь косметичка с косметосом, которая мне нужна. Там, ну, если что, подкраситься. Расческа обязательно. Ой, пенка и лак. Лишь бы они не нажали здесь. Салфетки для снятия макияжа, если вдруг что-то подправишь. Носки для проката, колготки и мои перчатки. Вот, пока не закрываю, вдруг мне что-то еще понадобится, но в принципе мне больше ничего не надо. Вот Снегирь-арена. Достаем тут у меня документы мои и мой чемодан. Нет. Вера носит мне платье и воду. Thank you.
размялась. Ира там еще прыгает. Вот. Просто я по прыжкам прошлась и все. Боюсь устать. Мое стабильное состояние. Боюсь устать. Вот. Сейчас пойдем уже скоро. Потихонечку одеваться. Надо накрасить. Макияж нормальный. Она очень прям тяжеленькая. Снегирь. Очень прикольный. Это кубок. Статуэтка. Вот второе место. Постучи по ней. АСМР. И еще.
Вот такие вот мои наушники, которые светятся. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Итак, вот так выглядит теперь моя полочка вообще. Так, смотрите, какая красота. Очень красивый. Прям вообще восторг. Вот она, грамота. С этой прекрасной медалью. Она очень тяжелая. И вот здесь крутится снегирек. Вот, кстати, грамоту мне перепечатали. Я смазала фамилию. Они без проблем напечатали новую. Прям вообще все супер. Вот, такова красота теперь. Здесь матрешка. Снегирь. Кубок Деда Мороза. И с гран-при сидит тут медвежонок. И здесь виннер. Кстати, кто не знает, я заняла там, оказывается, второе место, а не третье. Но медаль уже не поменять, потому что мы это заметили только после награждения. А после награждения ничего уже не сделать. Вот. Теперь я не знаю, куда мне девать мою грамоту 7-м уровнем. Сейчас я, кстати, через 2 недели буду опять получать новый уровень. У меня еще одна грамота добавится. И у меня уже просто нет места. Я думаю, либо убирать грамоты с уровнями уже. Пусть стоят только грамоты за соревнования. Вот. Поэтому вот так вот. И уже хочется медальницу. Мне кажется, пора задумываться о медальнице. Сейчас с вами будет распаковка наушников. Кто вот этот подарок подарили. Вот такие вот. Я такая смешная в них. Короче, я решила отдать их своей сестре, потому что, вот видите, на ней они смотрятся норм, все-таки они детские. Вот такие они симпотные. Они на маленькую головку, у меня слишком большая голова, поэтому вот Лера будет с такими классными наушниками. Самое классное, это вот этот снегирь. Мне он очень нравится, он очень мягкий и очень большой. Он прям как подушка. На нем можно спать, посмотрите. Вот, это их фирменный снегирь. Арена. Вот, то есть это их прям, это мерч их арены, то есть прям это очень классно, что у меня есть такая память. А теперь у нас обзор на покупочки из Бершки и Пул&Бира. В Бершке я ничего не купила, там купила вещи только моя сестра, но я вам покажу, как это выглядит, чтобы вы понимали, что это за вещи. Она купила вот такой вот фиолетовый бомбер. Он типа из джинсы, то есть как бы вроде бы бомбер внутри, он такой с подкладкой, но он из джинсы весь. Вот такой вот симпатичный. И он стоил 3300. Ну, как бы, вроде бы такие цены и были на какие-то такие прям крупные вещи. Это как бы, считай, куртка, кот. Считай, куртка и, ну, джинсовая. Поэтому, в принципе, это норм, мне кажется. Дальше также из Бершки взяла моя сестра. Вот такие вот шорты. Эти шорты называются карго. Карго-шорты, то есть типа не штаны, а шорты. Вот такие с кармашками. Вот, и сзади с кармашками. Шорт, форма бермуды называется. Нет, это не стиль шорт. Карго это штаны вот такие. Нет, молчать. Стоят они 2300, уже нормально, но как бы шорты 2300, джинсовые, не знаю, судите сами. Следующее это Пул&Бир. И тоже вещь моей сестры. Это вот такая зипка. Это спина. Тут что-то Power Guide. Какая-то фигня. С капюшончиком. Внутри, кстати, очень мягенькая. Прям приятная. 2600 цена. Вот такая зипка. Прикольная, кстати. Последняя это моя вещь. Честно, я... Всегда очень хотела какие-нибудь широкие штаны, вот как сейчас модно, прямые там какие-нибудь. Но мне никогда не шло, потому что у меня, в принципе, по природе широкие бедра.
То есть там в маленьком я весе, в большом у меня всегда были широкие бедра, и мне такие штаны в принципе не идут. То есть я и джинсы пробовала, я даже купила одни джинсы, они мне не идут, я не могу их носить. И мне всегда хотелось, но я не могла. А тут я померила, и мне прям хорошо на мне сели, мне так понравилось, я в них хорошо выгляжу. То есть они меня не полнят. Обычно мне такие штаны всегда очень сильно полнят, а тут я выгляжу, какая я есть. Это вот такие вот штанишки, как сейчас модно, вот с таким поясочком. Вот. Они... Ну, такие, типа, а-ля официальные, не знаю, как объяснить такой материал. Ну, такие, мне кажется, что их можно как и на учебу надеть, в институт, на работу, так и пойти погулять, потому что они такие прям классные. Вот они. И они вот такие прямые. Вот. Очень классно на мне сели, мне прям очень понравилось. Так что берите на заметку, они стоят, ну, недешево. 3300 тоже прям за штаны. Ну, видно, они сейчас актуальны. Я у многих видела такие штаны. 3300, конечно, это, ну, многовато, если честно. Я считаю, за такие штанишки можно, ну, там, за 2500 можно было бы. А, ну, 3300 прям, правда, дорого. Но они, я влюбилась, когда я их надела. Поэтому такая красота. Итоги сегодняшнего дня. Я недовольна собой, потому что даже не из-за того, что я не заняла первое место, я там сорвала либо, а из-за того, что мне пришлось урезать часть программы, и общее впечатление от программы было плохим, потому что по факту у меня было прыжок-прыжок, шаги, прыжок-прыжок, вращение. Ну, типа, из-за того, что я не успела в музыку, арена большая. Не знаю, вроде бы она стандартная, но там все заканчивали после музыки, все. Все девочки, спортсмены, все. Некоторые даже последний элемент начинали делать уже после того, как закончилась музыка. И я еду, начинаю прыгать Ридбергер и понимаю, что я должна уже начинать прыгать флип-тулуп. То есть я должна уже пройти, должно было секунд 10, и я такая... Что делать, потому что я очень сильно зависла на Ливеле, плюс еще арена большая. И я понимаю, что мне просто придется убрать вот эти мои красивые шаги, где я вот так по ножке вела, потом вот так ручкой делала. Мне пришлось их убрать. Вот, тренер, конечно, меня пругался. Но что было делать? Я бы не попала бы ни в какие акценты. Вот, прыгнула случайно в флип-ридбергер, а не флип-тулуп. Ну ничего, я не знаю, что-то случилось со мной, я автоматом пошла на ридбергер. Вот. Дальше все пошло нормально, все вот это по эмоциям было норм, был, ну, нормально, лучше, я могу лучше, но что-то я опять покосила меня немного. Дальше все хорошо, убрала там одну вальсовую тройку, дальше все нормально, флип-тулуп вставила, который должен был быть раньше, я их просто местами поменяла, получается. Ласточка, обычные нормальные шаги, все как всегда было, дальше по дорожке все было хорошо, слайд был хороший, после слайда я убрала ойлер и ридбергеровую тройку, потому что я, честно, по музыке не понимала, успею я не успею, но я решила убрать, в итоге я убрала и все равно закончила после музыки, то есть я сделала выезд и конечную позу после музыки, но за такое не ругают, за такое не наказывают, поэтому я думаю, что все хорошо. Вот, ну я не знаю, я считаю, что я поступила правильно и закончила после музыки, да, программа выглядела хуже, но, ой, закончила во время музыки. Если бы я закончила после музыки, то мне бы сняли баллы бы. Поэтому, ну, что сделано, то сделано. А, к сожалению, да, Либела меня что-то сегодня подвела, хотя я вчера делала такие потрясающие, Либела ни одной вчера плохой, Либела не было ни одной. Ни одной я не сорвала, ничего, ну, то есть нет, были не идеальные, были тоже с низкой ногой, но очень было хороших много и ни одной сорванной. Ну, что-то сложилось так. Лед был скользкий, вы даже видели в первых трех шагах. Я там споткнулась, потому что, правда, очень скользкий лед. И видно, что я еду такая вся, боюсь, потому что мне было страшно поскользнуться. Очень скользко было, очень вот серьезно. Лед не перемороженный, лед был хороший, мягкий, как я люблю, кстати. Но почему-то скользкий, прям вообще. То есть я когда первый раз села в слайд, я такая... Потому что у меня начала коленка уезжать. Очень скользко было, очень. Вот еще 10 раз скажу очень, а то, чтобы не поняли. Это было мое последнее соревнование в этом сезоне. Я не знаю, какие у меня планы на следующий сезон. Вообще ничего не могу сказать, ребят, потому что сейчас кардинально меняется моя жизнь. И что будет дальше, я не знаю, потому что я заканчиваю университет. И
такие вот дела. Пока что я еще этот месяц буду заниматься. Доходит до конца мой абонемент, буду ходить тренироваться. В июне я перестану заниматься, потому что нужно закончить учебу. Но летом я продолжу ходить. Я не знаю вообще даже, что будет летом, что будет после получения диплома. Вообще, ребят, без понятия. В телеграм-канале я всегда с вами на связи, так что переходите в телеграм-канал. Там я всегда есть. То есть, если я здесь могу пропасть, то там я всегда есть, и там я всегда на связи. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Я старалась еще, как всегда, снимать активненько, красивенько, поэтому до новых встреч. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.